вставляем второй вариант капсулы, которая состоит из матраса 180 на 200. Мы уменьшили предыдущий вариант, который был размерами 200 на 200, мы уменьшили до 180 на 200. И капсула представляет собой съемный чехол, совершенно другой вариант, и сам матрас медицинский размерами 180 на 200. Так, чехол. Чехол размерами 180 на 200. Главная его особенность в том, что он состоит из двух молний. Одна молния предназначена для матраса, который мы покажем. Вторая молния, покажем пока только так, для капсулы. То есть для того, чтобы матрас видоизменился в капсулу. Теперь в этот чехольчик вкидываем, вкладываем матрас, просто пушинка. Да. На матрасе имеются петельки для того, чтобы он не скользил внутри чехла. Маленькие совсем петельки. Так, это не петелька. Вот петелька. Вот петелька. А это завязочка. То есть мы завязываем конкретно. Мы исключили липучки, так как матрас у нас медицинский. Может, в будущем можно придумать еще что-то, например, пластмассовую кнопку. Сделано это для того, повторяю, чтобы матрас не скользил внутри чехла. Так, вот там еще. Потому что матрас тяжелый. Сам матрас весит 9 килограмм 300 грамм. Плюс-минус, точно не помню. Но 9300 это точно. Не встала, руки не двигаются. И сколько у нас здесь получается петель-то? 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Ничего сложного здесь нету. Все завязывается очень быстро. И, кстати, ничего и не мешает. Как мне обещала Татьяна Николаевна. Ничего не мешает. Так, завязали. Ну, там вдвоем, а я тут одна. Да? Завязали. Накрываем чехлом. Застегиваем. Одна молния у нас предназначена для чехла. И получаем матрас размерами 180 на 200 в чехле. Катя, слышно, что я там говорю? Будет, да, вот это? Так, отлично. Вот матрас в чехле. Вот матрас в чехле. То есть можно использовать его конкретно как матрас в чехле. Теперь из этого матраса мы сделаем капсулу. Вот так, да? А переворачивать не надо? Так, значит, мы... Значит, матрас переворачиваем. Легким движением руки. Подвинь себе поближе и все. Так, я что я смотрю? Я же тоже могу это все делать. Так,
расстегнуть. О, вот подушечка, смотри. Это подушка, вот это, да. Вот если расстегнуть так, это вот на подушке. Так вот расстегнуть. Давай. Запишешь. Вот это там подушечка. Ну вот в таком виде. Залезть могу только, получается, я. Вот то будет непонятно. Ладно, раз нету. У нас модели. Так, оставь мне только подушечку. И вот расстегни пока. Как стать? Расстегни. Нет работы, а нет работников. Нет работы. Так. Тихо. Своей спиной, да, тебе тоже. Вот, мне только и лежать в капсу. А ты можешь сама себя застегивать? Я могу сама себя застегивать. Хорошо, я застегну себя сама. Пока спина еще. Вот уже. Вот уже. Не хочу застегивать себя сам. Вот, подушечки. Ну да, там еще есть место. Подушечку, подушечку хочется. Стегните, чтобы меня никто не видел. Все. Еще? Нет, так не надо. Не-не-не, я вот так думаю. Я расстегнусь сама, вот что я придумала. Сюда? Так. Расстегиваемся. Расстегиваемся. Сейчас мы не сделаем, просто сложно. Ну как, расстегиваться легче. Сегодня по первой программе показываем. Новости. Новости двери. И опять у нас превратилась в матрас. Теперь его просто сложим. Чехол от матраса надо будет отдельно. Это мы после съемок. Пока. Все. Видеосъемка.